Специально для зрителей как раз-таки у нас подготовлен достаточно большой набор всяких разных активностей, начиная от замечательного фудкорта, где они могут попить кофе, поесть, перекусить во время игры, в том числе, которые будут наблюдаться турниров, также и в паузах между играми. Значит, есть специально отдельная тематическая интерактивная зона по тем дисциплинам, по тем играм, которые сейчас как раз-таки участвуют в турнире. Это различные VR-игры, это там таверна специальная, интернет, Hearthstone-кафе, так называемое, где люди могут, любые зрители, зайти и поиграть в мини-турниры, получить определенные сувениры. Это и фотозоны различные, которые будут также для всех зрителей. У нас есть стенды наших региональных и федеральных партнеров, они тоже предлагают активности для зрителей. В принципе, вот все это будет функционировать на протяжении всех двух дней. Отдельно, помимо этого, есть еще у нас площадка фестиваля косплей, конвент косплея, где, по нашему мнению, будет самое, одно из самых ярких происходить событий. Это конкурс косплея, который всегда привлекает очень много болельщиков и зрителей. Одной из изюминок будет наш экран, который будет транслировать основной турнир, главная сцена. Это самый большой экран, который был в Тюменской области, 144 квадратных метра. И на нем будет транслироваться именно турнир, который, мы надеемся, очень запомнится всем зрителям.